Дорогие соотечественники, прекрасные красноярцы, сибиряки, как бы там ни было проявлено общественное мнение к религии, к церкви, Рождество Христово несет в себе особый заряд, заряд положительной силы Божьей, энергии, и раскрывает принадлежность человека к человеческому неповторимому обществу. Поэтому Господь пришел в образе Сына Божьего, Сына Человеческого, принял рождение как человек через воплощение от Пречистой Девы Марии. Рождество Христово – это начало чистейшего восприятия и реализации человеческой свободы от греха, от злобы, от преступления. Нет ничего непосильного, чтобы человек не мог сделать. Каждый свободно может определять, что он несет миру людей, что он несет сам себе. Рождество раскрывает всю неповторимость личности, индивидуальности каждого человека. Рождество Христово – это неподдельная, осмысленная радость начала и обновления и возможность обновлять себя каждый день, каждый год, каждый месяц от застарелых своих привычек, ложных традиций и ложных приверженностей ложным определенным ценностям и вообще отвратительным бесценностям, которые разрушают человеческую жизнь. Бог пришел в мир, чтобы человеческим языком сказать людям о их неповторимости. Каждая семья, каждый муж и жена, каждый молодой человек и каждый ребенок обязательно должны прикоснуться к радости бытия. И начинается Рождество самооценки, приведения в порядок мыслей, чувств и простое человеческое участие в виде рождественских подарков, добрых слов, домашнего семейного застолья, дружественного определенного состояния со своими друзьями, соседями, примирения с врагами и, конечно, закладка надежд, которые должны получить Божье благословение до следующего праздника этой великой даты и этого события. Рождество пусть станет каждому из нас поворотом к свету своей жизни, к весне и к лету плодотворному, приносящему плоды, удовлетворение своей жизнью, благодарение. И, конечно, Рождество – это праздник мира. В такое непростое время мы совершаем этот торжественный день. Это время Рождества. Будем просить Бога и сами настраиваться на мир, на победу над врагом, над кознями дьявола. Пусть процветает наша Сибирь. Пусть больше и больше радует нас Красноярск. И больше человеческого участия друг в друге. Счастья, здоровья, детского смеха, утешения
больным и здравие. Достоинство человеческое да будет укреплено в каждом сибиряке, красноярце. Мира, свободы, счастья, труда и милосердия. С праздником Рождества Христова!